Всем привет, с вами Мария Лэнд, и это видео, где подписчики управляют моим днем. Такая у нас с вами неделя влогов. Итак, первое, что я у вас спросила, отправляться ли мне в дом призрак? И, конечно, большинство ответили, да, отправляйся, собственно, голосование это и подтверждает. Но я туда действительно отправилась. Но когда я смонтировала это видео, поняла, что это достаточно длинный сюжет, и вынесла его в отдельное видео. Так что, если тебе интересно, посмотри на моем канале, там действительно жутко, но интересно, ссылочка будет в описании. Но я все-таки вставлю маленький фрагмент этого видео сюда, смотрите. Просто полтергейст какой-то дом. Итак, ребята, я уже на подходе к этому старому домику, он совершенно рядом со мной, так что тихо и пойдем в него. Будьте начеку, в любой момент может что-то случиться. И пишите в комментариях, если вдруг что-то останется незамеченным. Итак, следующее, что я у вас спросила, в какую же корзину мне упаковать свои вещи, в серую или в белую? И, собственно, по голосованию победила серая, поэтому все мои вещи мы сюда и сложим. Итак, давайте же начнем складывать все мои драгоценности. Здесь у меня копики, которыми я рисую, и альбомы, в которых я рисую. Если тебе интересно посмотреть, как я рисую в онлайн-режиме и как заполняю свои дневники, посмотри на канале, есть такие видео. Вот так вот. Причем, представляете, у меня все эти копики находятся в коробочках, на которых нарисованы тортики. Это я неосознанно как-то так подобрала. Вот они все мои сокровища, драгоценные. Коробка творчества у нас с вами вышла. Итак, следующее, о чем я вас спросила, каким же кормом покормить мою собаку? С рыбой или с курицей? И победила курица, поэтому я и в миску насыпала с курицей. И, кстати, вы были правы, она действительно этот корм любит больше рыбного. Я, кстати, тоже люблю больше курицу, и я понимаю свою собаку. А дальше у нас по списку уборка номеров. Я у вас спросила, чего же мне делать с этим ковром? Выбивать его на улице или пылесосить? И вы сказали, что пропылесосить пылесосом, поэтому, собственно, вот я его уже взяла. Мы наготове с ним, сейчас будем убираться. Хотя вы, в принципе, видели, как я и пылесошу, и выбиваю пыль на улице. Это все есть в моих видео, поэтому, наверное, вы это все знаете, но все-таки я этим сейчас снова займусь. Уборка так уборка. Может, мы так закончим, засчитаем мне? А что, сижу, пылесошу немножко. Давайте мне поставим галочку и перейдем к следующему заданию, как вы на это смотрите. Ну да, схалтурила немножко. Ну блин, ребят, здесь реально чисто. Все, давайте мне засчитывать и переходим к следующему заданию. Итак, а дальше у нас по списку полив цветочков, поэтому побежали скорее. И да, вы мне сказали их поливать. И давайте посмотрим, что из этого получилось. Между прочим, да, у меня не какие-то фиалки на подоконниках. У меня вот такие бронтозавры большие в горшках растут. А вы чего думали? Сейчас это красавицу будем поливать вместе. А это уже совершенно другой цветок, и он большой обещает быть. И как только бутончик распустится, я обязательно покажу, какая красота у нас вышла. Спросила я вас, значит, про чехольчик. Такой цветастый или все-таки серебряный, который блестит? И в голосовании победил серебряный чехол, поэтому, собственно, я в нем. То вам и демонстрирую в зеркало. Мы с вами поработали, хорошо потрудились. И на сладкое я у вас спросила, какой же чай мне выпить, какой вкус выбрать? Цитрусовый или виноградный? И в голосовании победил этот цитрусовый. Так что сейчас буду пить, отдыхать. И спасибо вам за то, что поучаствовали у меня в опросе. И вот такое классное видео у нас с вами получилось. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы не потерять мое видео следующее. Потому что у нас все-таки неделя влогов. И вы еще больше будете управлять моей жизнью. И, кстати, поэтому не забудь подписаться ко мне в Инстаграм. Потому что именно там я провожу опросы и голосования. Будь в курсе всего, что происходит у меня. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ловите момент. Была с вами Мария Лэнд.